Валерий Леонтьев вернулся в Россию. 75-летний Валерий Леонтьев последние несколько лет живет в США, а в родную страну наведывается совсем нечасто. Однако накануне знаменитого артиста заметили в Москве. В Россию Валерий Яковлевич вернулся лишь временно, но поклонники певца рады этому краткому визиту. В столицу исполнитель хита «Дельтаплан» прилетел ради выступления на корпоративе некоего состоятельного бизнесмена, который решил с размахом отметить 45-летие. Хотя всего несколько месяцев назад артист объявил о завершении музыкальной карьеры, на частные мероприятия это его решение, видимо, не распространяется, да и гонорар наверняка оказался весьма солидным. Какая именно сумма причитается знаменитости на этот раз, не разглашается. Однако ранее в сети появлялась информация о том, что мероприятие с участием Леонтьева обойдется желающим в 12 миллион рублей, и в эту цифру не входят расходы на авиаперелет и оплату танцорам балета, который традиционно сопровождает выступление звезды. Валерий Яковлевич оказался не единственной приглашенной для развлечения гостей вечеринки знаменитостью. Компанию ему составил Николай Басков. Оба исполнителя привели публику в восторг, судя по распространившимся на просторах интернета комментариям.